Всем привет! Привет, кто зашел ко мне на канал в гости к Павловне. Сегодня мы на даче. Вчера приезжали, но за часть дружбы сломалась, возвращались в город. Пришлось запчасть покупать. Утром сегодня вернулись. У нас срезка купленная. Вот мы при каждой возможности приезжаем. Муж пилит. Мы сейчас с Артемкой будем складывать. Мангал вот развела. Купили две курочки. Маринад секретный. Вкус отличный. Так что вот мангал прогорит маленько. Тут и на природе оно вкусненько. Сейчас пойду мужу помогать. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех мужчин, которые смотрят меня, подписаны на меня и подпишутся еще. Всех с праздником защитников Отечества. Всем здоровья, семейного благополучия, счастья, работы, стабильности, семье, понимания. Сынок, тебя тоже с праздником. Внучата, Артем, Димочка, Максим, всех с праздником. Вот на мангале жарим курочку. Я думала, у нас две упаковки курочки. Там одна такая лошадь на 2 килограмма. Давно таких кур уж не брала. Все своя. Уже 3-4 год своя. Свою курицу едим. Так не знаю, посмотрим. Так-то вон вкусненько, аппетитненько смотрится. Раньше я помню, когда 23 февраля зорница у нас в школе все время была. Раньше же не рабочий день был. И вот у нас на 23 февраля то какие-то зорницы устраивали, то смотр строя и песни. И вот на костре, я помню, у нас тушенка с картошкой была в ведре. Мы санитары перевязывали парнишек, какое-то знамя. Ну, в общем, интересно было. Сейчас уже, наверное, так дети-то не играют. Я сейчас стою у костра дымом так хорошо. Ну все, поехали мы домой. Напилились, натаскались. Усталые, довольные, едем домой. Всем пока. Заходите ко мне на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.